Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин провел встречу с промоутером Эдди Хирном и исполнительным директором стриминговой платформы DAZN Джоном Скипером. Как сообщает The Ring, во время переговоров Головкину был предложен контракт на 2 боя, за которые казахстанец заработает 45 миллионов долларов. Если Геннадий подпишет контракт с DAZN, он планирует провести следующий бой в мае или июне, вероятно. Он подерется с чемпионом WBO Деметриусом Андраде. Во втором матче по контракту Головкин может выйти на 3-й бой с Саулем Альваресом. Согласно источникам, параллельно Головкин ведет переговоры с компанией Premier Boxing Champions, которая транслирует бои на телеканалах Fox и Showtime. Premier Boxing Champions предложила Геннадию контракт с 8-значной суммой на 2 поединка. По этой сделке казахстанец может подраться с чемпионом WBC Silver Джермалом Чарло. Напомним, по соглашению с DAZN Альварес за 10 боев заработает 350 миллионов долларов. Triple G!